Всем привет! С вами Многогранник. Сегодня мы будем собирать вот такой вот боевой вертолет с вращающимися лопастями. Итак, для сборки вертолета потребуется 4 пластины 2 на 6, полудуга 2 на 2, 3 штуки. Вот такой вот кубик 4 штуки, кругляшок 1 штука, кубик удлиненный 1 на 2, 3 штуки, 3 кубика 2 на 4, 6 полудуг 2 на 3, дуга 2 на 4, 2 штуки, кубик 2 на 2, 6 штук, дуга 2 на 2, 4 штуки, вот такой вот бочонок 2 штуки и вот такой вот кубик 2 на 2 с шипчиком сбоку. Приступаем к сборке боевого вертолета. Я для начала соединю кругляшок и кубик 2 на 2 с шипчиком сбоку, вот таким образом. Теперь приступаю к сборке, смотрите внимательно. Теперь беру нашу заготовку, закрепляю ее. Так, теперь навешиваю оружие в виде бочонков с обеих сторон. Так, ну и лопасти осталось. Чтобы лопасти крепко держались, сверху закрепляю их полудугой 2 на 2. Вот получился вот такой вот боевой вертолет. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.